Продолжаем программу. Произведения, несущие энергию доброты. В городском совете прошла выставка творческих работ, выполненных взрослыми и детьми с ограниченными возможностями. Поделки впечатлили депутатов, и теперь творческий порыв будут не только поощрять, но и развивать. И посмотреть дают, и пощупать подделки. Часть из них выполнены из старых материалов – чулков, клаптиков ткани. Часть – из пустых бутылок, которые нашли применение в каркасах кукол. Единственный минус выставки – работы не продают. Кстати, купить подделки и тем самым помочь материально-реабилитационным центрам желающих было немало. Мы поможем всем этим художникам, всем этим мастерам, тем, что мы приобретем для них материалы, чтобы они могли дальше делать свои произведения искусства. Тем более, я хотел там что-то купить, мне сказали, что они не готовы пока расставаться с своими произведениями, то есть я понял, что у них их пока немного. Поэтому, если мы дадим им материалы, они сделают те произведения, которые можно будет потом продать, приобрести другим людям. А я уверен, знаете, вот любое такое произведение, оно несет колоссальную энергетику. В первую очередь, энергию доброты. Уже в скором времени материалы для произведений будут переданы в реабилитационные центры и приюты. В горсовете отмечают, в следующий раз надеются увидеть выставку с минимум в 3 раза большим количеством экспонатов.